Стартовал третий этап Республиканской олимпиады среди школьников. Ребята будут соревноваться по предметам естественно-математического и гуманитарного направлений. В чем особенность этой олимпиады знаний текущего года? Об этом далее в материале. Всего в областной образовательной олимпиаде принимает участие 716 учащихся. Один из них – ученик 11 класса Алик Адиль. На олимпиаде районного уровня он занял первое место. По его словам, он выбрал предмет биология, потому что в будущем хочет стать врачом. Я в районе участвовал, взял первое место. У меня были такие эмоции, что неописаемые вообще. Я первый раз участвую в областной олимпиаде. Для меня это честь. Конкурс знаний проводится онлайн на специальной платформе. Здесь проверяются знания учеников. За время проведения третьего этапа олимпиады никаких нарушений со стороны учащихся зафиксировано не было. Везде установлены камеры. У детей есть доступ. Они были ознакомлены с правилами. Нам дали один моноблок. Мы ведем контроль онлайн. Мы зафиксировали в одной из аудиторий. Отсутствовал по техническим причинам интернет. Также нам, как наблюдателям, предоставили ссылки. Онлайн можем фиксировать, наблюдать за тем, как проходит. Пока никто, да, не фиксировали, что пользовался кто-то телефоном. Мы прибыли в качестве самостоятельных наблюдателей от Жамбылского проектного офиса Адалды Каланы. Олимпиада проходит в течение 3 часов по 3 предметам. Никаких нарушений со стороны учащихся и контролеров управления образования пока не выявлено. 24-25 марта пройдут соревнования по предметам естественно-математического направления, а 28-29 по гуманитарным наукам. Основной целью предметной олимпиады является повышение интереса школьников к знаниям. В целом, команда нашего региона очень успешно выступает на этой олимпиаде. На протяжении последних 12 лет сборная нашей области занимает лидирующие места. Надеемся, что они добьются победы на Республиканской олимпиаде. В случае победы на олимпиаде ученики получат путевку на республиканский этап, который пройдет в апреле. Валихан Талгатов, Перизат Комикбай КЗ, Канат Бакатулы, Жамбыл Ньюс.